надо сразу, постепенно, парни. 5-7 человек, будем говорить. Сразу не зажигайте. Не надо. Говорил, нет. Мой дед работал на Николаевской железной дороге. Меня футболистом сделал Локомотив. Человек, который делал историю, который был преданнейшим игроком Локомотива. Ребята, спасибо, что пришли. Новым победам! Thank you.
Пил, да? Здесь робко. Да, не играю в центральный зал. Никогда. Или Брайанови, или... Да. Поддержку 7-6 октября на матче с турецким Арсеналом. Передаем любителям.